В начале Великой Отечественной войны автор картины «Клятва балтийцев» Андрей Мыльников вступил в ряды народного ополчения и участвовал в обороне блокадного Ленинграда. В 1942 году, в последней стадии дистрофии, он был эвакуирован в Самарканд, в Узбекскую ССР. Пережитый опыт воплотился в картине «Клятва балтийцев», работу над которой он начал в 1944 году, после возвращения из эвакуации. Закончил он ее спустя 2 года, выпускаясь из Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. «Клятва балтийцев» стала его дипломной работой. Своей монументальностью и драматичностью она предварила весь дальнейший творческий путь художника. С подачи учителя Мыльникова, Игоря Грабаря, на высшем уровне было решено превратить «Клятву балтийцев» в 80-метровое мозаичное панно для 100-этажного Дворца Советов в Москве, грандиозный проект которого так и остался нереализованным. Сейчас картина находится в собрании Государственного русского музея.